Палата о королевском бутерброде. Король Его Величества пригласил Ее Величество, чтобы Ее Величество спросила у наложницы, нельзя доставить масло на завтрак королю. Тетушка наложница сказала, разумеется. Скажу король, пока я не сплю. Притворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу: велели их величество, известное количество отборнейшего масла, доставить их столу. Ленивая корова ответила с просонью: скажите их величество, что нынче очень многие двуногие безрогие почитают мармелад, а также постилу. Притворная молочница сказала: вы подумайте. И тут же королеве представила доклад, что раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король Его Величество, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к Его Величеству и будто между прочим сказала не в попад: ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, хотите ли попробовать на завтрак мармелад?
Еще не. Здесь сначала. Король ответил глупости. Король сказал: о боже мой. Король вздохнул: о господи. И снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масла на завтрак мне подать. Придворная молочница сказала: ну, конечно, и тут же побежала. Коровьих опять. На это королева сказала: ну, конечно, и тут же приказал молочницу позвать. Притворная коровка сказала: в чем же дело? Я ничего дурного сказать не хотела. Возьмите простокваш и молока для каши и сливочного масла могу вам тоже дать. Король воскликнул: масло. Отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю. Придворная молочница сказала: благодарствуйте, и масло на подносе послала королю. Никто сказал. Никто сказал он. И вылез из кровати. Никто сказал он. Спускаясь вниз в халате. Никто сказал он. Руки мыло. Никто сказал он. Езжая по телилам. Никто не скажет, будто я тиран.
Сброд. Что? Сумасброд. Никто не скажет. Тиран и сумасброд. Сброд. Привет, привет. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.